Соответственно, да, всем добрый день. Сегодня у нас суббота, вроде как Рождество, поэтому всех с Рождеством, соответственно. А, Кэпчик, ты можешь отказаться как бы от того статуса вполне спокойно, поэтому не переживай. Либо можешь отказаться от статуса быть рабом здесь тоже. То есть, ну, мы тебя насильно не держим, не переживай. И привет, рад тебя видеть. Как твои дела? Как твое настроение? Ох, елки-палки. Соответственно, Поке 646, Vendetta, remember the 5th of November, как говорится. Здорово, Пандус. Привет, как дела? Как настроение? Декс тоже там, привет, передавай. Знаю, что вы там вместе сидите сейчас. Так, ну чё? Сегодня настолько рано. Ну, вообще, да, я сегодня специально пораньше запустил, потому что я после монтировок, которые будут идти где-то всего лишь час, пойду по делам. Вот. Завтра стрим, не знаю во сколько, постараюсь как можно скорее. Плюс, опять же, завтра можно, в принципе, наверное, собраться в Дискорде и кинчик посмотреть. Тот самый, который просил Панда и Декс, соответственно. Ну, почему бы и нет? Почему бы и не вернуть эту традицию? Плюс я видел какую-то тему с трибунами в Дискорде. У Фоли Нарли на канале надо будет почекать, как это вообще, в принципе, работает, как это организовать. Вот. Смотреть, если что, прям, ну, в оригинале с субтитрами. Вот. Естественно, потому что как иначе. Хотя, может, и в озвучке. Посмотрим. Этот мод, кажется, в два раза короче, чем первая часть, но тем лучше. Когда моя импотенция пройдет от зомбоида, никогда. Не, на самом деле, как бы я посматриваю моды на зомбоид, подумываю о нем, но хочу, типа, порадовать себя. То есть, все-таки новогодние праздники, все дела. Хочется побаловаться. Немножко самую малость. Вот. Старенькие игры. Я сегодня столько старых игр нашел на прохождении. Чуваки, вы просто обосретесь. The Poke 646 Team представляет. Прошу. Новогодний Half-Life, да. Да. Mind Motor Studios Production. К слову. Очень громко музыка, как обычно мы это исправим. Оказывается, в разработке первого мода принимали участие разработки из Gearbox. Интересно, на мой взгляд. Ну давай, продолжаем. Поке 646 Vendetta. Ёптель мать, как громко-то. Знаете, что напоминает музон? Хэллоуин. Так, ну я догадываюсь, как, в принципе, все подправить. Сейчас, дайте, мы заранее запаримся с этим вопросом, потому что, ну, это не смешно, что игра такая громкая. Так, вот, наверное, давайте сделаем. Все, возвращаемся. По идее, должно быть адекватно теперь. Соответственно, да, в прошлом моде мы закончили на том, что мы уничтожили взрывное устройство, по-моему, вообще. В мире Зен. И остались там отрезаны от цивилизации. Плюс нам что-то там говорят. Та-та-та-та-та. Так. Да, ну, нам, получается, надо как-то будет вернуться назад. Почему так хочется достать маску Анонимс? Ну, вообще, да, тут есть у меня личная вендетта против моих работяг, бывших, получается, здесь, которые меня бросили на эту дурацкую миссию. Так что, да, вендетта самая настоящая. Но мы каким-то макаром все равно умудряемся вернуться назад, судя по всему. И там было написано то, что месть — это блюдо, которое подается холодным. И, по-моему, мы в космосе. Орбитальная исследовательская лаборатория. Welcome aboard the Block 646 Orbital Research Labs.
In case of teleportation sickness, please report to the medical center on deck 4. Enjoy your stay. Мы в космосе, прикол. Ну слушайте, мод прям сразу видно шагнул вперед. Выглядит в разы симпатичнее, чем то, что было до этого. Мне нравится. Мод тоже называется Вендетта, но вот да, поэтому как бы и было это все обыграно. Так что доброе утро, Кэпчик, доброе утро. Как спалось? Ага, надо щупать ноутбуки, понял. They are here. I barricaded the entrance, but Xen creatures are everywhere around the station. Those freaks with the shock beams drain our fusion energy reserve, so I will try to manually override the power supply. Не успел прочесть. Проснулся полчаса назад, понимаю, я сам час назад встал. Работа со звуком хорошая. Приятно. О, смотрите, отсылка на Вальвов. Шучу. Да, так. А что я сделал? Что я открыл? Ага. Стоял. На Wednesday. Возможно. Я, кстати, так и не досмотрел пока еще. Попробую сегодня досмотреть. Я где-то на 4-й серии остановился. Лягушка по имени Стрелять, чуваки мои. Так, ну ползем. Да. Ужасы нашего городка. Вообще, типа, Wednesday довольно прикольный сериальчик. Там отсылочки прям все эти. Плюс, ты моя грузовая тученька. То есть, это потешная срань. Ага, свинцовый стояк. О, да. О, HD свинцовый стояк, смотрите. Да, как в первой части, тоже устаешь, когда долго машешь стояком. В Беларуси легализовали пиратство. Агой! Все на абордаж торрентов. Да. Так, погоди, дайте отдышусь. Чё, нет? А куда? Сейчас меня как током ёбнет, блин. Тоже нет. Видимо, назад. Мандалорца, брат, таков путь. Я вот, кстати, почти Андор досмотрел, мне там последняя серия осталась. Ничего такое, кстати, на самом деле. Симпатичный сериал. Я думал, будет хуже, но нет. Более-менее достойно. Не начинал, но он такой, знаешь, приятный. Он по ощущениям вообще не связан с Звездными войнами. Вот, то есть, ну, я его как отдельную историю просто смотрю. Ну, такой. Нормич. Так, ага, здесь есть бэктрекинг. О, oh, no. Deck 1. Teleportation, arrival and plasma storage. Plasma stored in the balls. Ни джедаев нифига. Нет, повстанцы и империя. Все, фактически. И то империя появляется не скоро, как бы, да, не с самого начала. Ну, такой, знаешь, лайтово-шпионский фильмец. Вот прям очень лайтово-шпионский максимально. Там даже, ну... Ну ладно, больше не буду, наверное, рассказывать, чтобы не спойлерить. Повстанцы Онгли? Нет, там империя задействована. Она просто, ну, потом появляется. Вот все, не с самого начала. Но это по-своему прикольно. А в каком году вышел этот мод? Просто интересно. Типа. У меня такие ощущения, как будто здесь были вдохновления порталом почему-то. И то в повстанцах джедая мульт, ну, в мульте это понятно. Мульт довольно большой, а Андор, он же как приквел к Изгою 1, если я правильно помню. Пост Саша, а Изгой 1 довольно неплохой фильмец. 21 декабря 2006, а Портал первый когда вышел.
тех же годах, по-моему, раз нет? Плюс-минус. Да ёп. Ну, можно хиляться. Ага, ну это единичная акция. Понял. Так, запустили плазму. А, 2007. Спасибо, спасибо, Кэп. От души. Интересно. Так, ну я отсюда вылез. А, ну мне туда и надо залезть, соответственно, да. Йоу. Ау. Иди сюда. Собака. Готово. Так, ну нам теперь сюда. Или стоп. Или я отсюда вышел. По-моему, я отсюда пришел. Да-да-да, все, вот, нам сюда. Нам в эту сторону. Пробегло. Надо просто было пузом нажать, видимо, не знаю. На букву Е он почему-то ничего не делал. О, май. Ты пусти. Открыли армори, о, май. Ну, я надеюсь, здесь мне дадут нормальных пушек, если честно, попользоваться. Бэйби, что это за кал? Вот. Наконец-то у нас есть оружие. Слушай, это радует. Прикольная баллона. Приятно стреляет. Зомби-солдаты. Немножко патронов. Ноутбук. Так, we encounter an increasing number of aliens randomly teleporting into the station. As a result, we raised the security level and locked our bulkhead doors. 4-5-2-1. Дэвид Боуи, Space Oddity, MP3. Monster Magnet, Space World, MP3. Монстр Магнит. Ну-ка, давайте посмотрим, что это такое. Привет, Никит, как дела? Перечисли название всех модов. Секс-мод достаточно. Так, что за Монстр Магнит? С Рождеством, братан. Православный. И с Новым Годом тебя еще тоже. Так, Монстр Магнит, Space World. А, это песня? Ну, я потом послушаю. А то наверняка за... Хотя, блин, срать. Ну-ка. Еее. Рок-н-ролл. Бля, ну-ка, кал. Ладно, потом заценим. Сегодня праздник, да? Что-то такое было. Important staff notification. Due to power shortages, all holographic recreation is prohibited. This includes cyber ping pong, ricochet and virtual treadmills. Thank you for your cooperation. Они отключили киберпинг-понг. Сволочь, я им этого не прощу. Так, так. Угу. А нам не сюда, а куда? Ну, кряхтят где-то справа враги, но я что-то не вижу прохода. А, нифига, беспалевная дверь. Стримят роли этой игры, похоже на монтировки. Монтировки будут в 7 вечера. Я просто специально решил сегодня стрим пораньше завести. Чтобы в мод поиграть. А что это этот на меня напал? Ты чё, бык? Какая неожиданная встреча. Сегодня Джифан родился. Джифан родился 30 декабря, не надо врать. Я родился 30 декабря. Не раньше, не...
позже, сука. Отпис. Ну и тогда где мое день рождения, вообще не понимаю. Раз я сегодня родился. Где там Happy New Jiffen? Не знаю. Ага. Изи. Изиш. Зову поздравить, ничего страшного, не просишь. Я, допустим, не помню, когда у тебя день рождения, так что... Мы квиты. Оо, слушайте, не, прям мод подпрыгнул. Значительно, мне нравится, мне нравится. Кайфы. Ай, блин. Ага. У меня не осталось патронов. Fusion power supply level at 50%. Gravitation force field malfunctions on deck 326. Угу. Gravitation поле начинает сбоить. Not for long. Ой-ё, серьезно, вы вот это вот предлагаете мне сделать, да? Окей. Мама! Мама! Эй! Найс! Прикольно. Дают ровно столько патронов, сколько надо. Да, это прикольно. Это реально интересно. Ну, в том плане, что приятно. На это можно пожаловаться, но... Тем не менее. Они отключили посудомоечные машины на режим emergency потребления электричества, как они могли. Ну, осуждаю. Так. Отлично. Warning. Gravitation force field offline. Fusion reactor restart. Юху! Можно летать теперь. Этот сервак из дерева подходит? О, то есть всем троим вам сервачок подойдет, да? Вообще не штык. Ну, раз вам подходит, то и мне, наверное, подойдет, надеюсь. Иначе будет максимально неловко. Так, что я должен сделать? Я не допрыгиваю. Наверное, пройти сюда. Нет. Залезть сюда, но я отсюда вылез. Ага. Коробки. Так, стоп, погоди. Инга 50, ну нормально. Лучше, чем сотка. Имхо. Так. Но-но-но. Видите? 30. Все верно, братан. Такой вот я теперь старый. Прикинь. 30 лет. Ой. Да забей. Я не обижаюсь, ничего такого. Пинг до 120 норм. Да, на самом деле лучше... В этом районе держать 50-60 плюс-минус. Вот. Надо, чтобы всем комфортно было относительно хотя бы. Ну вот, взял сломала, ну е-мое. Шип. Вроде бы. What the hell? Откуда вылез? Вроде все запустили, но он оттуда, по идее, вышел. Разве нет? Ну-ка, стоямба. Нет. А куда мне тогда теперь? А, о. Не шутя.
Это тоже ZTR подходит? Ну, замечательно вообще, слушай. Тебе подходит, ZTR подходит, DEX подходит. Класс. Я рад. Спасибо тебе большое, Кэп, что заморочился прям от души. Выручил. Опля. Три секунды реагирования на персона — это много, это очень много, конечно, особенно в такой быстрой игре, как Half-Life, да, с его замесами. Блин, слушайте, чуваки, а в Fortnite можно PvP-шиться? Типа, ну, в закрытом лобби. Просто если да, можно там будет. Прикиньте. Так, а куда? Я что-то нигде пролезть не могу. Я слишком толстый. Мэ, новогодние салаты не дают мне пройти. А куда? What the fuck? Кепчик вышел из чата. Нормально, нормально. Пускай. Так, слушайте, я либо тупой, либо у меня лыжи не едут. Кстати, что-то я сообразить не могу, куда мне. Запрыгнуть я почему-то не могу найти трубу. Кетчуп. Пока течет мой любимый кепчик. Блин, ну, наверное, там что-то надо сделать, где вот светится. Окей. Impressive. С днем рождения. 30 это новые 20, а еще Иисус начал в 30 проповедовать. Желаю тебе побольше пусей, Санчачкс. Будь здоров. Спасибо большое, Никит. От души. Потому что, правда, как-то он странно слово кокс сказал, так что да, побольше пусей and кокс. Да, от души, от души. Спасибо большое, брат. Спасибо большое. Очень приятно. Благодарю. Это самое, только скажи, когда у тебя день рождения, я тебе эту тысячу верну. Даже тысяча была? Да, тысяча. Странно, кстати, потому что у меня на тысячу уже стоит другой алерт абсолютно. Почему он не сработал? Погодите секундочку, дайте я проверю. Я специально заморачивался, или я на другую сумму поставил? Настроить. А, о, окей, ладно, неважно, я сделал там в разы больше сумму, окей. Тогда ладно. Не-не-не-не-не, там в разы больше сумму. Она типа сделана ради рофла, поэтому пускай такое останется. При миллионе? Не миллион, там 5000. Мне как-то просто потолковый лампосос, да, я знаю, что никнейм классно, я сделал донат такой, типа я что-то подумал, ну раз был, то ладно, сделаю. Надо будет на тысячу что-нибудь тоже поставить, чтобы это самое, набор был, ну, миллион. Не, если я получу донат в миллион, то буду стримить, не знаю, Барби мир какой-нибудь. Или что там донатер попросит. Или My Little Pony. Все что угодно. За миллион. Даже в доту пойду. И тут же выйду. Так. Так. Слышу голоса. Вы подобрали ID-карту. Ага. Найс. Он и так его стримит 365 дней. Чтобы ты стримил зомбой. Не, ну если задонатит, то я готов. Ну неправда, не 365, 362. Скорее. Касканный резонанс. The Comprehensive Compendium. Ну хоть не копиум. И то спасибо. Периодическая таблица элементов. Ну-ка, где тут копиум? А, вот же он, копиум. Прям сразу и нашли.
Just a reminder for our poker. Poker round tonight in the Alpha Squad pre-quarter. 6691. Got it. Поехали. А в смысле, я сюда не могу зайти? Обидно. Я думал, можно будет. Есть три сервака? Вообще ништяк. Спасибо, как от души. От души. Из-за отсутствия замбуря думаешь камбэкнуть мод на отсылу? Ну почему бы и нет? Так, нам, видимо, дальше надо идти. Хотя я Циву так и не понял, если честно, для себя. Цива что-то просто, ну, наверное, не мое. Банально вот все. Ага. Фу, они это ели. Жалко, что нож нельзя взять. Cooking with a Zen Fauna. Это смешно. Nice. Пивко, покерок, фишечки. Oh my, вот ради этого я сюда и зашел. Так, так, так. Big Booba Low Resolution Baby, oh my. Кускус. Еда. Так, что за журнальчик? О, рикошет, нихера. Кто-то еще про него помнит. Блин, жалко то, что только он мультиплеерный. Там не хватает, на мой взгляд, сингл компании. Было бы интересно поиграть. Целые долгие шахматы? Не знаю. На мой взгляд, там все-таки чуть-чуть попроще, чем шахматы. Но это на мой взгляд. Хотя я помню, я видел Five Dimension шахматы на нескольких, типа, шахматных полях, да, плюс в нескольких временных промежутках. Ебануться. Ожидаемо, что не сломаешь. Ой, странно, MP5. А, это просто MP5. О! Нил Армстронг, вы ли это? Так, ну это, как понимаю, Луна, типа, или что? Мы же на орбите Земли находимся, вроде как. В рикошет зайдем вместо Half-Life, я боюсь, чатик охуеет. Я вообще думал поставить этот самый специалиста. Вот, там, где можно кунг-фу херачить, буллет-таймы делать. Ну вот. Предложить как-нибудь там поиграть, но за это надо свой собственный сервак поднимать. Хотя там были и обычные серваки, которые поднимаются энтузиастами. Но они все пустые, кстати, я не нашел. Заполнен кем бы то ни было. Занавески делают шуршу. Космический туалет, так. Арбалет. Барни Калхун. How I Survived Black Mesa. Nice книжка. Nice книжка. Так. Вот я. Статус беглец. All high-ranking scientists with level 4 access, please report immediately to an emergency session in the POC 6046. Ага. Контрпроцедура. О, нифига красиво, кстати. Контрпроцедура против. Они этих самых инопланетян хотят захерачить. Да, это тот самый барни-охранник Калхун, который... About that beer I owe ya. Перезарядка прикольная у арбалета стала. Лучше, чем была. И мне чуть-чуть срак не надорвали. Это было больно. Чуть не скушали дедушку Джефана.
Еще хилочки есть. Very nice. Замес. Насчет как-то челебосики проигрывают. Причем должен обратить внимание то, что вортигонты все еще используют рабские ошейники, да? Ай, бля. Так, окей, а куда мне? Ну вот я про то и говорю, да, то, что только про Калхуна такая тема. Так что да, все верно, он сбежал. И книжку написал, получается. Ну это рофл от разрабов, я так понимаю, просто-напросто. А, все, я понял. Логическую цель для себя. Что так просто чешется? Кошмар. Все, найс. Дурацкие жуки. Угу. Загадки тут становятся менее очевидными, кстати. Это приятно. Так, откиши челикс. Патроны. Патроны. А, ну у меня full stack. Отлично. Это что за континент? Австралия? Не похож. Мы можем на землю вернуться. Кривой рог. Антарктика. Ну снег. Снег там есть, да? Но там и зеленые эти самые пятна. Плюс город какой-то большой. Плюс все это вот туда еще, потому что может Аляска какая-то. Хотя, блядь, тут бы это самое было. Чатка какая-нибудь или типа того. Ну куда почитаем. А, ну мы вернемся в Nation City, получается. Понял, понял. Nation City, так Nation City. По пустыне, кроме Востока, ну вот и я о том же. Ну, погнали в телепорт. В этот в Nation City вернемся сейчас. Take me down to the Nation City. When the grass is green and the girls are pretty. Ой, ёпта мать. Хера. Стоп, это из Condition Zero же карта. Да, это карта из Condition Zero были, по-моему. Yep. Восточный Хэмпшир, ёпта мать, блять. За что? Хэмпшир уже в Британии находится, да? Тьфу, блядь, из всех мест. Поле. Найс. Какой нахуй восточный, ну тут написали. А, западный, блядь, точно. Западный, вест. Я постоянно буду. Ну еще хуже. Еще хуже. Так. Блин, жалко, в баскет нельзя поиграть. Ивко. Гэмпшир. Гэмпшир. Срань, короче. А не место. Я все скажу. Да, он типичный британец лежит. Так, ну-ка, погодите. Мне интересно, где это находится. Погодите. Погодите. I need to do something. Есть. Yep. Хэмпшир. Не метропольное графство. Гэмпшир, также Хэмпшир. Графство на юге Англии. Входит в состав региона Юго-Восточная Англия. Столица Уинчестер. Крупнейший город Саутгемптон. Ужас. Ой, мой. Nation City University. Да.
Похоже, похоже на Британию, да? Да-да-да. Особенно вот, знаете, если поглядеть на этого. Distinguished gentleman. Так, слышишь? Отстань. Я уже сделал свои выводы, все. Будем в Хэмпшире. Неважно, что мне там написали. Рака на британский берег. Это трусы или что? Двенадцатизарядный дрободан вернулся ко мне. Кукурузка, горошек, матрас хватит. Что это за место? Вкусно тебе там, братан? Бильярд, дартс, дубвайзер. Поймя, Джонни. О, надо же. Нифига, даже что-то сам сыграл. Так. Знакомая картина. Кубр. Отвратительно пил, кстати. Не знаю, кто его сейчас в здравом уме пьет вообще. Барная драка. Я вышел победителем. Но-но-но. Жалко. Не, музон подрубается, но вообще не подходящий максимально. Печка. Поехали. Хоть не в Геншине, и то хорошо. И то хорошо. О, смотри, чуваки, улица Таркова. Кайф. Сильно мечтал. Отлично. Так, ищем что-то связанное с аптечками. Но нет, здесь баррикады. Поэтому бежим вперед. Патроны. Отлично. Пыш. Выжил? Суров. Суров. О, Любовский, здорово. Кей-попский. Спецназ приехал. Чё, как дела? Зашел и сходу услышал это слово. Я просто тебя почувствовал. Почувствовал, что в чате запахло Тарковым. Тут все еще нарисованы болты, а не патроны. Ты прав. И не слева, а справа. Но это как у тебя восток. Точнее, как у меня восток и запад, да? Так у тебя лево и право, видимо. Йо. Иван Рилли посидел в старт, побегал. Кайф. Чё, как успехи с Unreal-то? Всех там победил? Это что, Rolling Stones? Похож. Я слышу мышь. О, крысёнок. Здорово. Рататуй. Наш старый товарищ. Ожидаемо. Помнишь, где право и лево? Честно, верю.
вот если бы ты путал вверх и вниз, это было бы смешно. Все еще есть ощущение, что надо учить сишку. Ну, походу, слушай, я думаю, что тебе все-таки придется взяться за языки программирования, хочешь ты этого или нет. Кто-то делает хампинг движение, судя по всему. Так, ладно, что там пишут? Угу. Баррикады. Проводили доктора. Угу. Понятно. Их там ебут, а они крепчают. Так, понял. Маленький ящик, гоу. Прикольно. Так, и такая же, ситуация. Ну там-то не надо учить языки. Хотя бы. Хотя. Язык боли. Ой, бля. Ты? Здесь? Ну, пойду-ка я постелся, наверное. Я же не австралиец, осуждаю. Так, а кому это памятник? Шахтер какой-то. Ёпкам! Ну, скорее всего, это бесполезный бой, но я, тем не менее, буду отбиваться. И бежим. О. Блядь. Так, так. Язык боли. О, да. Так, один взрыв есть, надо еще. Весело по полю бегает кабанчик. Матушки, пересратушки. Эй. Да ты маленький пиздюк. Ничего против австралийцев не имею. Люди как люди. Зачем ты переводишь мемы? Кто? Я? Почему нет? Я думал, получилось взорвать, но нет. Иди сюда, котенок. Давай, мой маленький, ути-пути. О, найс. Есть контакт. А? Эй. Грубо. Ай. Зря, наверное, так сделал. Да ёб, на... Маленький таракан. Блять, насилует. Гир решает, естественно, но это игра вся фактически про гир. То есть она даже не про скиллуху именно. Конечно, можно типа изъебнуться и с мосинки там, не знаю, в голову прописать кому-то ЛПС-ками, но... Нет. Не-не-не-не-не. Гир, гир и еще раз гир. Вот, так что кто прокачнее, тот и прав, считай, к сожалению. Там такой концепт работает. И как бы с одной стороны это да, но с другой стороны это ме. Потому что, ну, новичком врываться, да, после трех дней вайпа, допустим, это уже смертоубийство какое-то настоящее. Я понял. Нет? А куда? Так, у меня последняя бомбочка осталась, поэтому. Я, конечно, может быть, можно могу там просто пропасть, но. Во.
Надо было все-таки расширить проход. Отлично. Рад, что я это прояснил. Красивые британские леди встречают нас здесь. Тут стирается. Его кто-то убил. Только что на наших глазах. Почти. Понял. Найс. Успешно. Мне бы только аптечку найти. О, от души. Благодарю. Дзынь. О, какой прикольный лифт. Хайпово, хайпово. Вот там и сиди. Ты меня не видишь. Меня здесь нет. Понял? Галлангер. Эх. Дзынь. Ключики. Газетка про Alien Invasion. Тот же самый журнальчик. Понял. Куда он заряжает этот дрэба? И как он вообще работает? Понять не могу. Не, может быть, конечно, есть. Да, ну, не, бред какой-то. Нет такого дробовика в реальной жизни. Да, ёп. Все те же самые постеры. Ну, типичная новость. Блин, жалко, нельзя сломать. Пауэрпок. Все запорто. Эх. Ну вот даже прицел глушитель прикрутил. С ботами проблем уже почти нет. С игроками все еще бот, но тоже решаемо. Голова-глаза, как говорится. Это классика, на самом деле. Там голову-глаза все стараются выцепить обычно. Вот так. Потому что, ну, это самое верное средство кого-то убить. Да? Ай, бля. Да ты таракан маленький, а? Откуда ты вылез еще? Эх, мисс Апрель. Когда-нибудь. Так, ладно. Ты знаешь, во всех играх же, ну, есть свои места, куда тебя убивают, да? В зомбой где-то пах. В Таркове это голова глаза. Ай, бля. Ай, бля, да хера, слушай. Вы как так делаете? Больно. Найс. В зомбоиде, кстати, пофиксили урон. Стоящий зомби никогда не сапнут тебя в ноги. А новый этот самый выходил, что ли, дев-блок? Я что-то не читал. Я пропустил, видимо, мимо себя. То есть, получается, больше никаких укусов и письку? Да ладно. Врёте. Что ей захотелось? Отстоящего, да, отстоящего. Причем, ну, я максимально фотобомбу пропустил. Пропустил этот укус. Ну. Прямо
Пахич. Изредка, ну не знаю. Не знаю. Спорный момент, конечно. По-моему, ничего не поменялось пока. Я что-то не замечал таких изменений, как бы, ну, то есть я чейндж-логи читал, все такое. И про это как-то не было инфы. Может быть, конечно, я просто мобы невнимательно читал. От души. Сколько всего. Вообще, с чего такая пьянка? Меня сейчас либо все отнимут, либо не знаю. Ну, это приятно, приятно. Да-да-да. Просто редко ловим царапку, но если мы ее ловим, то right in the balls. Теперь я понял, зачем мне столько патронов выдали. Эй, Мишутка, привет, как дела? Как настроение? Ёп. Блин, с двух сторон так-то нечестно, слушай. Level 1 authorization card. Nice. Отлично. Там, кстати, игре Rust 10 лет, оказывается, исполнилось. Что я с этого тоже прифигел немножко. Так, понял. А, о-о. Посмешил людей, насмешил. Какая приятная вентиляция. И радует то, что почти нету музыки, кстати, игровой. Это прям... С одной стороны, вроде бы и грустно, да? Вот, но с другой, зная Халфу и ее, блин, громкий музон, даже хорошо, то что нихера не слышно в этом плане. Привет, привет. Как дела? С Рождеством, кстати, тебя и всех остальных, кто в чатике присутствует. Дайте я кое-что подправлю. Опля. Мы тут проходим Поке 646 Вендетта, если что. И она пока лучше, чем первая часть, на мой взгляд. По крайней мере, в плане левел дизайна и, в принципе, геймдизайна как такового тоже. Вагонет. Давайте медленно поедем. They see me rolling. They hate me. Ладно, погнали. А вот и музон, кстати, пошел. Но он не такой уж громкий. Давайте ускоримся. Приятно, приятно. Саундтрек все-таки в этих модах довольно хорош, на уровне, я бы сказал. Слушай, а ты не из оригинала лимузон? Просто, ну, похож. Когда именно проходишь Half-Life, там имеется карта, где маленькие человечки. Нет, такой карты там нет. Привет. Как дела? Там абсолютно в другом суть как бы будет. Вот, а вот та карта с маленькими человечками, это так. Считай, рафляна. Хотя наверняка есть мод какой-то на Half-Life, где можно бегать за вот таких вот маленьких чубриков. Потому что это по-своему потешно. Надо будет, кстати, поискать. Я что-то не встречал такой. Бля, так и знал. Что этим все закончится? Тихо.
Не под напряжением, да. Лично... Что у нас тут еще есть? О, птичка. Поехали. Кстати, пока ты здесь, вот про тот энергетик, да, который со вкусом ситро, он на вкус как жидкое печенье. Понимает, как хочешь. Кажется, скидывал мод. Возможно. Надо вообще сделать, наверное, в бэкстейже отдельную ветку просто под это. Вот я туда уже часть перенес, как бы. Да, я тебе говорю, прям. И с одной стороны вроде прикольно, но с другой стороны так странно. Поэтому вот он у меня стоит открытый в стаканчике налитый, и я типа периодически подтягиваю, такой, блин, зачем я печенье ем на стриме? Вот. Но тем не менее потешно. Так что да, чат, если вы хотите поесть жидкого печенья, то Be Winner энергетик розовый со вкусом печенья. Точнее, со вкусом ситро. Да. Вот. Только больно не бей. Ой, брат. В этом плане вообще не парься. Она просто всех одной левой. Ху. Ну, это правда правая, но... Суть понял. Слушайте, а красиво. Вторым Half-Life запахло. Немного. Печеньки со вкусом энергетики. Я думаю, такие тоже есть. На самом деле. Я не удивлюсь, по крайней мере. No One Lives Forever 2. Ну, тогда, когда пройдем No One Lives Forever 1. То есть первую часть. Я так-то хотел в нее в детстве, на самом деле, поиграть. Вот. Но она у меня тогда почему-то не шла. Типа с энергетиком замешивали именно. Она вообще, кстати, есть в стиме? No One Lives Forever. По-моему, нет. Я что-то не видел это. Метра не пройдешь, ну, два точно будет. Не надо так жестоко к себе относиться. А, уже третья глава, оказывается, что-то я... Рофля у чупка. О, красиво. Сэндвичи. Вроде нету. Обидно. 9-2-4-3. Понял. И кажется, ко мне идут гости. Шоу вон. Следующий. Да, дешевка. Я готов. Все? 3-4-2-9. Спасибо. 4-2-2-1. Так, стоять. Что началось-то опять? Хорошо. Мы поняли. Спасибо. Погодите. Церковь летающего макаронного монстра. Нихера. Пастафрианс. Кек. Розану тогда стал популярным? Я просто про пастафарианство первый раз услышал где-то в 10-х годах. Интересно. Так, а где табло, чтобы вскрыть... А, все, понял. Во. Я порядок попутал. Это штройка. Угу.
Ну, я предупреждал тебя. Я тебя предупреждал, что там, ну, шутки не шутят в монтировках. Там все серьезно. Мы, правда, таким способом пытались Холли Нарли убить, но не сработало, к сожалению. Он все-таки выдержал это испытание. Правда, потом просто перестал в них участвовать. В монтировках. Это все... Так, Кэпч, как ты... Гад, забаньте его. Я так и знал, что Кэпчик тут руку свою приложил. Кэпчинскую. Мой злейший враг. Мой же модератор. Не, ну правильно говорят, потому что держи друзей близко, а врагов еще ближе. Так что куда уж еще ближе. Кэпчик разве что со мной в постели не спит. Хотя... Хайзенберг Тудей. Оу. Tesla more than an 80s rock band. В смысле? Так, ладно. Я понял, что нам пора варить, судя по всему. Окей, так, код 3702. Понял. Ага, они хотят занючить весь город. Молодцы, молодцы. Нюка как корень решения всех проблем. Под кровать, чтобы тебя задушить. Как ты меня будешь душить из-под кровати? Ладно бы над кроватью вот это. Как потолочный, не знаю, монстр какой-нибудь. 2073, спасибо. Так, а стоп, это не то. А. Ага. Дождется, пока ты уснешь. Ну, удачи ему с этим. For your own safety, please leave all magnetic items on this on the counter before entering the portal chamber. О, блять, подкова с собой носит. Ладно, что про монетки, но подкова, да зачем? Вылезти, ну там пыльно, чувак, поэтому смотри, не задохни. Yes. Hello. Не, смотри, вон, отсылочка на портал, пожалуйста. Ранние порталы, почему они были перенесены? Ну, видимо, тогда портал был в анонсе. Судя по всему, о нем все знали. Portal for Dummies. Get lost in a second. Трейлер, ну вот я о том же, да. Прикольно, это прикольно. Но это вот чувствуется. То есть, знаешь, когда вот я впервые услышал этот голос роботизированный, я сразу о портале подумал. И, как видишь, не зря. Так, Household Portals. For kids. Which is loves it. It tickles. Animal teleportation yet to be successful. Portable portals. Jeffrey, our new portable portal is the bomb. I know, honey, I know. Portal technology. Daddy says it only hurts the first time. О, господи, фу! Какая ужасная рекламная кампания. Юперный, блядь, кошмар. Пипец. Ну, они, короче, это самое, планировали в продакшн запустить ее. На масс-маркет выкинуть. Интересные заревания, интересные. Portal prototype. Please exchange for final approval. To negative. Да, жесть, конечно. Ну, давайте посмотрим. Мне интересно, что будет дальше, если честно, прям. Офлайн. Ага. А, я понял. Я сообразил. Найс. Так, Джифан умный, да-да-да, бэктрекинг. Oh my. Что ж, включили. Хорошая штука вообще-то. Так-то да. Поехали.
А, ты про шутку? С батей-то? И то, что портал больно в первый раз только? Ну, блядь, не знаю, брат. Не знаю, ты меня этим пугаешь. Это все Тарков с тобой такое делает, и кей-поп. Как бы, ну, гремучая смесь, да? Она превращает тебя в чудовище. Ты как это самое, как Морбиус, короче, будешь. It's Morbin time, только it's Tarkov time. Ой-ой. Да, за шо? Прям в спину, хоть бля, умер. 2 хп. Бич. Больно. Технически, наверное, камеру быстрее вырубать. Шутки про мамаш. Мне нужен контекст. Нужно больше контекста. О, тут меня сейчас ебнут, смотрите. Или нет? Так. Угу. Первый трейлер портовый я нашел датой 19 или 2006 года, а мод 21 декабря 2006 года. Ну, да, они, видимо, очень вдохновились этим трейлером. Молодцы, за такой короткий срок, к тому же. Лазер Оверрайд 2708. Мишутка, твой выход. Бибуп. Найс. Так, где там мое жидкое печенье? Operation Blockhead. Nuclear strike on at Nation City. Ожидаемые жертвы 2800 ксеносов и 2300 цивилиносов. Угу. За. Победить инвейжен инопланетян. Прикрыть деятельность полк 646. Понял. Минусы. Незначительные сопутствующие ущербы. Супра регионал. А, возможно, ну, нельзя заселять, короче, эту местность в течение 650 тысяч лет. Класс. Я там уже ждут на собрании. Да я бегу, бегу. Эй, пустите. Блин, не пускают. Мишутка, ты мне коды перепутал, я теперь зайти туда не могу. Ну как так? Да. А, не, охранника убили. Так. Кэрол, забирай Сару, валить из города. Они планируют его нюкнуть. И никаких эвакуационных планов. Поцелуй нашу дочку за меня. Что ж. Не шутя. Убили. Ну, он там долго думал, стоял. Конечно, очень долго. Ждем. Сохраняемся. О, Феликс the Кот. Прикольный кот, кстати, мне он нравится всегда. Редко его встретишь. И как двойной выстрел выдержал? Жопошник. Бич.
Все? Вроде да. Аптечка, иди сюда. О, да. Жалко, что вот этим не дают поуправлять, конечно, в игре. Был прикольно. На мой взгляд. Прикиньте, она бы сейчас ящик на меня опустила, вот это было бы уморительно. Так, ну нам очевидно сюда. Нет, не сюда. Погоди, а куда? Нет, не а. Нихера. Так. Серьезно? Лол. Дрюк, это картон, это нормально. Нормально. Алюминиевая как минимум. Мы ее воспользовались для наших коварных целей. 6. Ай, о нет. Бля, куда бежать? Ай, бля. Ай, бля. Так, понял. Ля, поднасрал. Ай, бля. И... Да. Так, окей, дубль 2. Ты выжил? Бля. Не та кнопка. Окей. Ай, бля. Допустите. Ай, бля. Сюда. А чё они все против меня твоют, вол? Нечестно. Тысяча технологий, 6000 плюс зданий, 1000 плюс юнитов, 500 квалификаций, 200... Целый человек с 10-летним опытом в Стиве. Ну, наслаждайся. Балдей. По-моему, он непобеждаемый. Хотя... Ой, бля. А, не, победили. Победили, все. Найс. Босс файт, который я благостно пересидел в помойке какой-то, но да ладно. Главное, что жив остался, все остальное не важно. Еще аптечки, да, спасибо. Больше нету. Угу. Что-то я сделал. Как-то я так и не попал на собрание, судя по всему. 3 недели спустя. Полк 646, Headquarters. Чё, всё, что ли? Let me first express how much our administration appreciates your success in revealing and shattering the decisive complot, by some of our highest ranking staff members. Your methods of brute force might be questionable. Я
И что мне дальше делать? Я стрим только-только начал. Блин. О! Поднимай зомбы, да ну? Прошли. Получается, прошли. Гов замоет? Нет. Не сегодня. Ну, где-то в среду будет, наверное. Пошли в монтировки до 20 по МСК, бля, ты шутишь, что ли? Я же сдохну. Надо подумать. Так-то можно каточку в Fortnite сгонять. И это будет, ну, вполне законно. Потом взять просто паузу до вечера. И потом уже вечерком монтировки поднять. Либо можно взять маленькую паузу сейчас, буквально на полчасика максимум. Допройти урок. Я думаю, мы успеем. Там недолго осталось, по сути. Что скажете, чат? Fortnite или турок? Какое у вас решение будет? Fortnite соляной, если что. Турок? Или турок? Турок, наверное, да. Даже титры маленькие. Урок, срок, тупак. Не, ну я рад, что этот мод оказался таким маленьким. Зомбиок. Ок. Халфок. Отличная таблица по монтировкам, Кэп, молодец. Так, ну давайте тогда, короче, действительно маленькая пауза, где-то на минут 30, даже может быть меньше. Я быстренько освежусь. Вот. И пойдем добивать трок, халфок, кок. Ну, вы поняли, короче. Поэтому не прощаюсь, но до новых встреч.